Казахстанская скрипачка Айман Мусаходжаева дала большой концерт в столице Бразилии. Послушать ее пришли больше 1000 ценителей музыки. С приветственной речью к гостям обратился посол нашей страны Бахчан Урдабаев. Он подчеркнул, что такие концерты способствуют сближению дружественных народов. Свое выступление Айман Мусаходжаева начала при поддержке симфонического оркестра под управлением дирижера Феррейра Лоба с произведением известного композитора Арама Хачатуряна и завершила сольным исполнением Кюя Акку Нургисы Тлендиева. Эти и другие произведения были встречены бурными овациями.